Да, хай желтый тапок тут ушел. Это жесть, конечно. Вот что тут делать? Ну все, давай тебя видит по-любому. Провоцируем, допустим, ее. Давай еще раз. Провоцируем фриг. И на всякий случай отдаем кинга или нет, вводим под вопрос. Задавав ему атаку было бы неплохо сразу. Отдаем агента во фриг. Да нет, нет. Нет, получаем от фриг люлей. Отдаем агента сюда. Получаем от фриг люлей. Снимаем деда. Да, да, так. Мне все нравится пока что. По идее, мы должны спокойно пережить вот это говно сейчас. Снять, зарядиться. Теперь опасности, да? Ужасные опасности, мы ее убьем. Он ударит нас, он нас нахрен порубит. Вот в чем проблема. Мы-то зарядимся. Хватит нам потом сил, чтобы убить все это дело. Не убьем ли мы ее сейчас с камня еще под бафом атаки? По идее не убьем. Окей. В кого попадет еще, да, Финлей? Финлей еще под бафом атаки. Небольшим, но все же. Он тут наделает делов. Возможно, выживут Мелиндор и Гензель. Так, мы точно так же гарантированы, но только на следующий ход получаем пизды. Если убьем, допустим, Одина. Если убьем Одина, может ли там полететь зеленая комба? Может. Сложно выбрать. Ладно. Да ну не надо. Что за хуйня, блядь, творится?
Так вроде неплохо все, плохо, плохо, ужасно, парни. Просто ужасная ситуация. Граната отхиливается, ебаный стыд. Что делать? Мы штаны бегать, да? Ну что я вижу тут? Я вижу попытку комбо какого-никакого. Ну полети, пожалуйста. Не полетела. Сучка. Ладно. Это можно не запускать, наверное, сейчас еще. Запускать шахту. Давайте запустим. Так, она сейчас умирает, оставляет нас без маны. Кто что думает по этому поводу? Успеем, нет? Должны пойти. Ну-ка, дружок, иди сюда. Вот так, еще тебе. Ту сучку мы заряжаем, конечно, это ужасно. Блядь, разъехать. Что, сука? Так, какие еще у нас идеи есть? Как судьба обманывает? Ну, зеленый снизу, ну что не подъехать? Ну, зеленый снизу, да. Отлично. Ну, иди сюда. Ну, теперь краса девица, подставляй-ка ягодицы. На 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 бейб на 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 на.